Всем привет! Вы на канале CryptoBoom. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня у нас третья часть обзора проекта Knife Finance. Итак, Knife Finance, как мы уже говорили, это одно решение для всех. Это в первую очередь легкий доступ к DeFi, так как DeFi ограничивается активами в сети эфириума, таким образом цифровые активы и активы из других блокчейнов остаются в значительной степени за пределами экосистемы DeFi. Knife Finance обеспечит легкий доступ к DeFi активам, не относящийся к R20, тем самым открывая мир новых возможностей. Также это реальные активы, которые ранее были ограничены традиционными централизованными биржами, теперь могут поступать в DeFi через платформу Knife Finance, синтезируя акции, золото и даже ценные бумажные деньги. Эти реальные активы могут быть включены в экосистему DeFi. Также тут нет риска централизации. Смарт-контракт не принадлежит и не контролирует центральной стороной. Он на 100% децентрализован и полностью зависит от консенсуса пользователей в отношении управления. Компания упрощает децентрализованную торговлю и платежи DApp. Монеты, которые были ограничены централизованными биржами, теперь можно торговать на DEX. Узлы R20 достаточно для того, чтобы DApp обрабатывали транзакции с различными монетами и принимали платежи в этих самых монетах. Что касается самого смарт-контракта, то тут Knife Finance автоматизирует преобразование токенов, отличных от токенов R20, стандарта R20. Таким образом, каждый блокчейн теперь открыт для смарт-контрактов и многочисленных вариантов использования, которые они предлагали. На данной платформе все быстро, эффективно и без каких-либо проблем. Это лучший протокол для быстрого и простого преобразования различных монет и токенов в эквивалентных синтетических токенах R20 и наоборот. Вы можете перейти на сайт, в конце сайта подписаться на рассылку, чтобы не пропустить самые свежие новости. Также найти все социальные сети и задать интересующие нам вопросы, на которые мы получим ответы быстро. На этом обзор закончим. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Всем пока!